Самая сильная мышца в теле человека. Мозг. Точно? Смотрите, самая сильная мышца в теле человека. Язык. Правильно. Здравствуйте. Здравствуйте, извините. Нет, я не извиняю вас. Вы, во-первых, такая очень красивая. Как вас зовут? Катя. Катя, скажите, пожалуйста, какая самая сильная мышца в теле человека? Язык. Отлично. Вы любите французский поцелуй? Нет. Вот вы такой крупный парень, и вам такой вопрос. Самая сильная мышца в теле человека? Получается, это мозг? Возможно. Да, потому что... Это неправильный ответ, думайте еще. Ну, потому что с мозгами это ты можешь все решить, да? В принципе, да. Можно задать вопрос? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Все, смотрите. Самая сильная мышца в теле человека. Вот серьезно, давайте. Язык. Вот видите, вопросы легкие. Самая сильная мышца в теле человека. Это на лице. Нет? Возможно, ну рядом. Не знаю даже. Хорошо. Здравствуйте. Можно задать вам вопрос? Да нелегкий на самом деле. Слушайте, вот послушайте, можете отвечать спиной, я буду вот так делать рукой вам, хорошо? Самая сильная мышца в теле человека. Ягодичная. Отлично. Здравствуйте. Вопрос сразу такой возникает. Слушайте, самая сильная мышца в теле человека. Мозг. Мозг. А если еще подумать? Не знаю, думаю, мозг. Хорошо. Самая сильная мышца в теле человека. Ой, я даже не знаю. Надо. Все, я уже задаю вопрос. Самая сильная мышца в теле человека. Не, ну, рядом с улыбкой, в принципе, вы... В ногах где-то. Я говорю, с рядом улыбкой. Какие ноги? Думайте. Если вы не знаете ответа, скажите, посмотри меня на канале Пирамида. В пирамиде, на пирамиде, под пирамидой, возле пирамиды. Давай, Гарик, посмотрите нас на канале Пирамида. Хорошо. На ногах? На ногах. В ногах правды нет, как говорится. Думайте еще. А после этого на руках? И на голова тоже такие мышцы? Конечно. Голова, чтобы думать, а не шапку носить. Друзья в беде не бросают вообще-то. Ладно, смотрите, легкие вопросы. Да. Самая сильная мышца в теле человека? Язык, наверное. Отлично, правильно. Так, а друзья, пускай, куда они ушли? Скажите, пожалуйста, самая сильная мышца в теле человека? Вот вы как пара должны знать, наверное. Ну там типа французский поцелуй. Я уже подсказку даю. Губы, что ли? Ну почти, язык. Да, вы знали, правильно? Это я поторопился. Вашей маме зять не нужен? Нет. Слушайте, вот смотрите, пару вопросов таких. Я сейчас вокруг вас похожу немножко. Самая сильная мышца в теле человека. Ну это каждый язык. Знает. Какой? Язык. Какой язык? Английский, французский, кыргызский, русский. Шутим. Остановитесь. Слушайте, ответьте нам, пожалуйста, самая сильная мышца в теле человека. Самая сильная? Вот вы сейчас, вот прям ответ у вас на языке крутит. Язык? Да.